Всем привет, друзья, это канал Outcast Games, продолжаем проходить с вами наш любимый Блядомен Legacy of Kain. Топор, да, будем сейчас лесорубами устраиваться на работу. Вот смотрите, сколько тут надо херачить, просто чисто три. Ха! Ха! Так, а вот это вот говно, да? Блин, а это же я не могу это стрелять. А он стреляет вот так, да? Так он стреляет и по диагонали. Так нечестно. А я его убью вообще, интересно, или нет? Они победители! Стреляю. Воу, 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 воу. Хорош, 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 Так, прошлая серия у нас была гневная, прям пипец, да? Ну да, ничего страшного, потому что... оно что-то мне прям бесит начинает. Мне там в комментариях писали, не ругайся на Кайна, он хороший. Да я знаю, что он хороший мудак, но, блин, все равно он ту херню иногда спорит. Блин, не могу же использовать это заклинание. Капец. Вот неудобно здесь переключение сделали, ну да ладно. Вот эти вот неопасные вообще ребята. Чем бы их таким долбануть, чтобы долбануть? Давай, может быть, вот этим. 93 штуки. На! Да ты жирный! Их же все равно, я так понимаю, здесь максимум 99 штук можно взять этих карточек. 4 карточки нужно на чувака. Блин, да вы издеваетесь, что ли? Сделайте мне меч, который рубит деревья. Алло, какой топор? Ой, блин, это просто жопа будет. Так переключать постоянно. Ну так неинтересно вообще. Бам. Бам. И тут всего... И мне надо назад опять... Вот эти переключения. Вот это вот. Конечно, они, да, это они кривовато сделали. Эти вот переключения всего... Карточки, оружие, все. Идем, короче, дальше. Что у нас там дальше? Я давно уже не играл, если честно. Давно не записывал. Да ёб ты! Ай, сука! Да я не хочу просто с топором постоянно бегать, он слабый против противников. Мне надо их постоянно переглянуть. Ну что ты? Земли, погруженные в хаос. Что это за... Точно описывает рай тьмы. Что это за херня? Ужаса, наполненные самыми отвратительными... Ты что такое? Природы, которые только возможно представить. Я знал, что этот рай... Что за херня такая? Вторгся, будет продолжать расти, пока... Ой, быстрее, весь северный базарь. Год не будет поглощен. Они победили! Что за эти? Что за такие... Какие-то... Ух ты, блин, а там закрыто, да? А чё... пещерка. Так, там можно зайти... А сюда выше нельзя. И там переход. Хорошо, ладно. Окей, а тут чего? В смысле ты не потащишь? Ты же силу. Я ж только что брал силу. Ты же этот таскал такие камни. Или только коричневые можно таскать. Черные нельзя. Ну ёпта. Сраные деревья еще тут растут везде. Так, ты что такое? Опять длиннорукий, сука. Ага. Они победители! Не, ну топоры-то в принципе нормально. К ним придрочиться просто нужно. Ха! Какой я лесорубчик. Силы там? Магии охватывали все вокруг. Я видел, ах ты, как сука. Энергии увеличивались, поглощались и воссоздавались, поглощая все живое и оставляя... Они немножко оглушают, да? Жалкие останки. Они немного вроде еще оглушают топоры, так что это... Окей, ладно. Так, это взяли, все нормально, идем дальше. А там что-то еще в комментариях мне писали, что типа, ну, ничего сложного такого нет, чтобы напичкать ту хреновую тучу данжеонов, похожие друг на друга, типа сделать вот эту игрушку. Но тут прикол не в том, что однообразные данжеоны, там ты идешь, все мочишь. Просто это как надо было сделать запутанно. Они победители! Запутано, чтобы я вот пришел туда, потом я там увидел что-то, и потом мне нужно потом это вернуться все, знаешь, надо запоминать, куда идти, куда что. То есть очень она очень масштабная, скажем так, по масштабу очень большая эта игрушка. Это просто жесть. Все нужно пройти, все нужно собрать, все нужно то, все нужно это. Кто там на меня? Мне удалось пройти через... Ой, бля, стену. Ты кто такой? Похоже, магия причиняет зло только тому, что живо и чисто. Или, возможно, она просто посчитала, что я достаточно грешен. Может быть. А ты грешен есть. А там где-то мужик ходил. Итак, налево, что тут надо сходить? Налево сходим. Тут у нас есть проход. Нету прохода? Подожди. А, может быть, какая-то пещера будет. Ладно. Что это, золото? Нет, бери.
Ой, а, это этот дурень, который стреляет. Ну, стреляй. Так, блин, а ну иди сюда, ты, вонючка. То есть что-то такое зубастое такое бегает здесь. Ну подожди, чувак, не стреляй. У тебя патроны, кстати, очень мало действуют. Ай-яй-яй-яй. Так, пошли. Ты попал. Да, как он, вот, как он, вот, я не понимаю, он Ой, а тут что, нельзя пройти, что ли? Так там же дырка. Он то попадает, то не попадает. Я вообще не понимаю, где ты? Где-то красный чувак ходил. Тебя можно выбить? Можно. Да ладно. Блин, еще один. Сука, а эти вот опасные очень. Так, он стреляет так и подел... Значит, к нему вот так надо подходить, я понял. Стой, не бей этого! Он же красненький, он же краснокровный. Вот так их нужно бить. Их нужно бить, короче, с вот этого. Да, как он попадает-то, если пули вообще летят? Не, да, они очень далеко. Ладно, карточки. 4 штучечки. 5. Нормально. Ой, 92. Но пользоваться я не могу, потому что топоры. Хотя можно сейчас взять меч. Меч пламени. Хотя топоры, знаешь, классно чем то, тем, что они оглушают. Ну, не знаю, лучше я буду магией пользоваться. Потому что это намного выгодней. Выгоднее. А где я? Я вот тут был. Ну, ладно, пойдем вот так вот по левой стороне сейчас. Разведаем, что у нас здесь. Тут зайти нельзя, нельзя. Кто у нас там есть? На. Ой, это ж чувак сейчас сгорит к херам, да? Ну да. Я с него не попью ни хера. Блин, невыгодный этот меч вообще ни разу. Торяшка. Чем бы их бить таким? Булавой? Не. Ну, меч обычный тогда. Ладно, окей. Хотя я могу... не, магии не могу. Иди сюда, слышь? Красненький. Мне ты нужен мне. Так, ну ладно, он меня чуть-чуть... Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Эй, ты ублюдок! Не бздюкай. Как бздюка, иди сюда. Ой, не трогай. Блин, он так мало крови пьет с них, а они столько выбиваются один удар. Скоты. Так, ты. Ой, не туда. Извини, я случайно. Я просто ты выбежал. Блин, он в меня попал, нет. Ай, я не выпил кровь, нормально. Ух, как чвыркануло. Иди сюда. Да... И что это? Отмотайте назад и посмотрите, как я его ударил. Он меня ударил, а потом решил потанцевать, что типа я... Это серьезно вы сейчас или что? И решил стать оглушенным, ты понял, да? То есть он меня успел ударить, а потом стоит оглушенный. Я же думал, он не оглушенный, я его добил. А так... О, классная боевка. Вообще четкая. Супер просто. Что это? Да манна. Пацан. Придется тебя, наверное, заарканить. Ну да, блин. Ёб твою мать, еще переключать опять. На. Я тебя спасу. Ладно. Ну вот это включи. Ну блин, вот это класс вообще. Здорово. Вот этот упырь меня бесит. 4 выстрела, ладно. Ну мана у нас вроде быстрее стала восстанавливаться. Ай. Кошмар кошмарный. Куда я прилез? Тут что, есть проход? Тут же нету прохода. А, там дальше, окей. Еще одного чувака арканить нужно. Эй, иди сюда. С вершины небес на мои плечи падали слезы ангелов, превращаясь в будущее пламя.
Нажми. Подожди, я еще не хочу тебя. Я там в щите пока постою, окей? А и чё? Ой, больно. А и чё дальше? Там же дальше ничего нет. А, вот. Так, а там налево. А, вон проход. А налево как? А, окей. Как мне этого сделать так, чтобы из него кровь еще выпить? Никак, да? Ладно. Да. Есть кто? Есть кто. Он меня тупо с одного удара ушатал. Во, смотри, уже манны нет. Ай, не гори. Карточек немножко набрал. Здесь так шумно. Все, да? Ладно, идем тогда дальше вверх. Прошел я этот ад. Да как ты горишь там, земля? Пещера. А, какой тут замок большой. Смотри, какая территория большущая. Это просто кошмар. Но я так понимаю, мне сюда нужно зайти? Потому что мне, скорее всего, тут кровь дадут, да? Не? Ага, хер там. А ты чё? Это, возможно, она... Вот как сюда попасть? Хрен его знает, да? Возможно, она открывается в полнолуние. Там есть двери, которые открываются в полнолуние, но я не помню, где они. Ой. Вдалеке возвышается башня. Ее вершина является источником вихря энергии, придающего форму сюда. Землям, находящимся внизу. Ай! Я горю. Жопа горит. Почему ты так мало жизни восстанавливаешь, Каин? Ты с такой туши бьешь так мало крови. Что за хрень? Ладно, нужно погулять здесь везде. Да хорош гореть. О! Знают, что будет, да? Да, чувак, честно, я тебя не хочу даже трогать. Ну ладно. А то ты так и будешь за мной гулять. Боевка, да. Шикарная. Да ты чё? Ты это? Сколько тебе ударов, ты видел? Сколько я ему ударов сделал? Почему у него голос мужика? Сука, сдохни уже, заколебал. Все, мы немножко жизни восполнили. Так что теперь, в принципе, можно их... Да-да-да-да, хвостик поджарил. Блин, два удара магии и еще смотри, сколько мечом. И ему похер вообще. Так, пойдем теперь по этому кругу. Игрушка довольно-таки очень сложная. Я бы так скажем, на мой уровень очень сильно она сложная. Да заткнись ты. Вот, смотри, что он так быстро сдох. На мой уровень это очень сложная игрушка. Ай. Я хочу крови попить. Я хочу, так много тут будет дальше. Мне надо как-то туда попасть, да? Или это надо будет прогуляться? Скорее всего, прогуляться. Ну, прогуляемся. Ладно, пока что в замок не пойдем. Нужно тут все обследовать, а потом уже пойдем вперед. Вперед, только вперед. Я сколько уже играю, и я только одну колонну активировал. Вы чего? Ай, ты серьезно? Прям взял и наступил. Да какого там еще? Да ты! Хорош моей жизни хавать! И там до этой клавы еще было полкилометра. Не пизди. Что за хрень, бля? Вот мне игрушка наябывает. Я ж по лаве даже не хожу.
ничего нет, класс. Нахрена я сюда пришел? Ну там что-то должно быть по-любому. Да нет! Хоть бы... А, вот бутылочка, спасибо. Нифига не мощные вот эти вот парни. Да-да-да. Вот опять то же самое. Я замахнулся, он меня ударил, а потом он стал почему-то оглушенным, типа. Типа я его добил. Что за херня? Ладно, пойдем сюда. А так давай вообще-то, в принципе, сохраняться, потому что я что-то давно не сохранялся уже, если честно. А то вдруг игрушка вылетит, что-нибудь еще там, я не знаю. Все же может быть. Да хорош жопу жарить свою уже, воняет так, что капец. Что такое? Нажми. Есть два портала, они закрыты. Силами, которые в своем распоряжении имеет круг, изменить размеры этого странного построения до нужных размеров, наверное, было довольно-таки легко. Включи мне карту. Так, а что-то нужно делать? Ладно, я так понял, мне вот сюда. Окей. Че, тут ловушки, что ли? Да блин, там ублюдок стоит. Не люблю их. Так, эти гуляют вот так, а эта гуляет как-то непонятно. Так, а если я вот так просто пройду, ничего страшного? Вроде ничего. Да что ты делаешь, Каин? Раз, нажал и успокоился. Ай, блин. Эти-то харндребля, блин. Мясо это тупое. Чё там? Опять мясо стоит. А ему похер вообще на шипы, да? Ой. Блин, можно две проскочить, да? Ой! Не понял, она же ходила вроде по нижнему ярусу. Ага. Ага, да-да-да-да-да, ты попал, да. Где-то примерно точно так оно и было. Да, слышь, хорош гулять тут. Он попадет сейчас. Сука. Так, там жизни, как ты ходишь? Ты ходишь буквой L. И ты ходишь буквой L, да? Ладно. Прошу вас, помогите мне. Ну, чё ты не пьешь-то? Дурень! А этого пьет издали, молодец. Это нажать, да? Ага. Если светится, значит нажать. Чё тут? Святилище колдуна является его лабораторией. Внутри его было все, что можно только пожелать. Высушенные тела, разделанные трупы как людей, так и животных, и металлическая конструкция, направлявшая в небо большие заряды энергии. Я почувствовал, что в этом месте присутствует более чем одна сила магии. Странно, редко когда колдун соглашается работать с другими. Колдун, хорошо, тут какой-то колдун живет. Прошу вас, помогите мне! Да я бы помог, игра не дает, чё ты? Это я нажал все, да? Ну да, мне типа в портал. Это я что-то нажал. Я что-то нажал, я молодец. Теперь мне открыто правое, да? Ну да, конечно. Окей. Теперь идем сюда. Туда-сюда, туда-сюда. Побегушки, блядь. Ага. Блин! Нет! Уйди. Скажу, что из-за стола его можно мочить. Или нельзя? Ни хрена ты жирный. Я тебе отравляешь, кину их нахрен. Я не люблю их вообще ни разу. Просто не перевариваю. Да, не трогай меня. Я просто их не перевариваю, реально. Они не перевариваются у меня. Так, ты как ходите? Типа вот так. Подожди, я могу вот тут пройти. Что такое? Кто тебя ударил?
Кто тебя ударил, скажи мне, я его накажу. Главное, чтобы этих вот вонючек не было, блинских. Так. Пятку не пробьет. Так, эти тоже так же ходят. Буквой нахрен. Что? Чё там? А, там шипы. Их не видно, блин. Их там даже не видно. Вы чё? Охерели совсем? Бледёны идут. Уйди! А, сука. Блюдки. Ой, я достаю. Они победители! Они победители! Фу! Кишки вылезли, видал? Просто труха. Ай, опасные перцы. Опасные перцы. Да ну нет! Кто там? А, чувак. Ладно, я могу стрелять вот из-за этой херни. Не можешь стрелять сюда? Они победители! Так, ладно, не достаю, придется так убивать. Чё ты тут не пройдешь, что ли, жирный, есть лишь доспехи жирный. А, блин! Да сдохни ты, ёпта! Мне уже манны нет на вас! Я уже всю манну просто потратил. Почему ты... Ой, извини. Через стол не можешь перепрыгнуть. Манны нет. Манну нужно восстановить как-то. Я туда не хочу идти. Там страшно. Давай сохранюсь. Что такое? Это куда? Это еще влево куда-то и направо потом... Это что? Блин, это опять эти длиннорукие, сука. А, этих они зеленые, осторожно. У них плохая кровь. О, хорош. Эй. С двух выстрелов умирает, ладно. Столько здесь ловушек. А, стоп, так там закрыто, значит мне тут... Туда еще пока что не нужно, да? Пойдем сюда, ладно. А вот теперь и надо. А, это я на второй этаж вышел. Такая откуда? Че, будем пользоваться, а что делать? Хоть противоядие наберу. Оу! Жизьки. Так. Ха! Да ты чё? Я же сразу назад... Ты издеваешься, Каин? Я сразу пошел назад, и он застрял в этой херне, ты чё? Ты какой ты тупой, блин. Я просто в шоке. Он просто тупорез. Реальный тупорез. Я сразу же только эту штуку взял, сразу назад пошел, а он стоит такой, типа, давайте, насаживайте меня, мне так приятно. Конечно, бессмертный, тебе приятно, блядь. Так, подожди, а там дверь-то была. А, и тут же сейчас придурки восстановятся, ёлки, 25. Сука. И они будут меня бить, конечно. Ну, с двух, ладно, а вот тут вот. Подожди, может тут что наш... Ай-яй-яй. Забыл про тебя, чувак. Может, где что нажать нужно, я не знаю. Ну, вроде тут ничего такого примечательного нет. Ну, там закрыто. Там что-то есть. А и как туда попасть? А, чё-то я. Вот так. Тьфу ты, блин. Вот, видите, надо помнить, что... А меня это может ударить? О, не может. Пока, пацаны. Надо помнить, что я могу, блин, просачиваться сквозь решетки. Ай, елки-палки. Так, ладно. Не, давайте на этом закончим. Потом в следующей серии уже пойдем вот в эту дверь. Посмотрим, что у нас здесь.
Каин у нас вроде нормально более-менее работает. Ну, блин, надо просто магии. Побольше манны, но она редко падает. В общем, все, ребятки, всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео. Комментируйте. Всем до встречи в следующей серии. Blood Omen Legacy of Kain. Всем пока.